Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас вот буквально закончилась крепость недавно. Да, кстати, пока что у меня еще этого легендарного нет, дракончика, который у нас на логотипчике стоит. Так, у нас выполнилось одно важное событие. Мы, ребятки, собрали все пазлы дракона Амуру. Еще днем, по-моему, Феликс писал в нашем чатике, что давайте, ребята, дружно выводить Амуру, и что-то вы как-то неактивно. Всего лишь два дракончика вывелись. Так что давайте налегать на это все дело, потому что я вот тоже его уже выращиваю. Мне тут осталось, по-моему, вот один часик. Один часик осталось, чтобы первый раз высидеть своего дракончика. Так, ну а звездой этого дня, этой серии, у нас будет эпический дракон, довольно силен и крут. Это огненная птица. Давайте куда-нибудь разместим. Есть у нас логово мрака, но лучше, конечно, свет. Поместить ее будет в свет. Так, что у нас здесь еще есть? Дворянин у меня такой есть. Дракон сокровища. Два пазла осталось, чтобы собрать. И ты у нас кто? Сюрикен. Ну, сюрикена еще довольно много. Чтобы собрать вот это вот духи осады клана. Вот такая вот у нас есть мини-коллекция, так сказать. Давайте мы тут покрутим. Так, торпеда у меня вроде уже есть, а вот этого дракончика небесного нет. Так, достигните Лига Драконышей Чешуи 1 на Лиге Арены, чтобы получить этого дракона. Ну ладно, с этим мы как-нибудь разберемся. А, я тем временем перешел на 92 уровень, у меня максимальное количество жилищ 92. Так. Да, ну только зачем вот это делать? Зачем вот этой фигней заниматься? Вот так и знал, что не надо нажимать. Так. Что у нас здесь появилось? Давайте поучаствуем. Соберите как можно больше еды. Участвую. И сразу еще нам нужно сделать... Сейчас мы к этому дракончику, ребятки, вернемся. Обязательно вернемся. Вот сюда. Мне осталось 50 последних очков набрать до 1000. Вот мы это сделали. Ну, дальше нам не интересно. Так что тоже, ребята, не забывайте, нам нужно зарабатывать вот эти вот очочки. Они тоже потом пригодятся. Так. А, выполнили еще какое-то условие. Заядлый фермер дали нам один свиток. Ну, вот какое-то количество еды мы собрали. Так, давайте теперь искать нашего дракончика. Так, он не здесь, он вот здесь. Прикольно, классно выглядит, смотрите, как круто. Вау. Его можно даже погладить, смотрите, так как. Ах. Да вообще-то кормить не нажимал. Я тебя просто глажу. Так, ну, а теперь давайте покормим. Очень прикольный дракон, у него классные стихии, он эпик, и у него сейчас сила удара хорошая. 72 для эпика, это шикарно. 72. Так, а давайте еще сейчас хочу посмотреть, секундочку, ребята. У меня здесь где-то тигр болтается. Так, тигр у меня какого уровня? Ух ты, ё-моё, 17 уровня тигр. 17 уровня. Ладно, думал с ним сравнить, не знаю, докормим ли мы нашу птичку до такого уровня. Думаю, докормим. В общем-то, погнали кормить. Так. Ну, вот так вот, неторопливо она ходит. Развернись. Мы дрессируем птичку нашу. Огненная птица. Ну, огненная птица. Конечно же, Феникс. Как же еще можно назвать эту птицу? Будет Феникс. Так, и давайте будем его усиленно кормить.
Классные стихии. Свет, мрак, огонь. Так, я хочу просто с тигром сравнить. У тигра 1200 с чем-то была сила удара. Вот. Вот наша птичка. А ну-ка еще раз. И еще раз. Наделал скриншотика, чтобы нарисовать красивую картинку. 1311. Ну, естественно, посильнее тигра будет. Наша огненная птичка. И приносит 1802 монетки в час. Плюс 20% бонуса за 2 босса. Драконы-боссы нам дают бонусы. Вот. У меня их 2. Так, с этим разобрались. Так. Собираем золотишко. Нужно как-то уже тоже увеличивать количество жилищ потихоньку. Но это мы уже займемся увеличением количества, точнее популяции наших драконов, наверное, после замка, который у нас скоро начнется. А, вот появилось. А то, когда я загрузил игру, кто был внимательный, заметил, что вот этой штучки не было. И, кстати, тут новости уже появились, маленькие видосики появились с этими драконами, их уже можно увидеть. И чертовски сильна будет наша богиня там. 87 или 82 сила удара. Очень много. Так, а мы тем временем качаем еще и архангела. 33 уровень. Так, давайте пока он, кстати, у нас не на прокачке, тоже качнем ему уровень другой. Так, ну, 35 уровень будет у нас завтра. Хорошо, а теперь давайте колдовство. Колдовство, да. То есть тоже его, ребятки, все-таки заколдуем. Ну, а где кнопка заколдовать? Не понял. Почему мне не дают его заколдовать? Так, давайте зайдем вот так. Колдовать. Это что за глюк такой? И подождите, у меня же всего хватает. В чем дело? Да какой-то глюк сейчас у нас происходит в игре. Где кнопка? Ну, да. Что-то, короче, сейчас они там делают. И ее по этому поводу глючит. Так, у нас есть какие-то новости? Может, здесь можно посмотреть прямо новости? Так. Кто появится? Кстати, по поводу, кто появится, здесь нам не пишут, но давайте... Это у нас, по-моему, редкий дракон. Сейчас я попробую найти. Это у нас Купидон, ребятки. Это Купидон. Так, так, так. Стихия. Энергия, огонь и вода. Вот такие вот дела. 68 сила атаки. А, ну вот она и перезагрузилась, потому что ее глючит. Может, сейчас мы сможем заколдовать архангела. Так. Давайте сейчас еще по китайским, пока оно грузится тут. Так. Неджа будет у нас такой дракон. Божественный дракон, камень и вода. И будет... смотрите, вот опять внизу нет ракушки. Так, и будет она 72 силы атаки у нее будет. Красный такой дракон. Потом будет Чанье. Чанье — это самый сильный дракон. 85,2 силы атаки. Божественная. Тень и энергия. И
Игуанди 76,8 сила атаки. Почему такие цифры дробные, непонятно. В общем-то, дракон самурай — это просто легендарный ветер и огонь. Вот такие вот стихии. Скорее всего, на третьем этапе будет Неджа, а шестой этап — это Гуанди, или да, Гуанди. Ну а за пазлы, наверное, будут самое сильное Чанье. Ну вот как-то так. Такие вот предположения имеются на данный момент. Так, давайте попробуем опять же таки зайти и заколдовать. Ну, что-то глючит игру, ребята, сами видите. Ну, ты будешь прогружаться? Он прозрачный или мне кажется? Что? Он как бы, когда заходит в тень от этого, он становится прозрачным. И ну, или мне так кажется. Так, глюки, пропадите. Так, давайте зайдем тогда пока... Что у меня здесь есть? Так, Растафари. Мумия. Самурай. Так, Залау. Следующий будет наш на вывод. Так, Дворянина еще нужно вывести тоже. Так, Торпеда тоже нужно вывести для коллекции. Ну и, пожалуй, пока что все. Здесь ничего больше интересного нет. Давайте попробуем зайти в режим героя. Где мы там остановились? 61-я остановка. Так, вот дракон любовь, тоже сильный дракон. Давайте сейчас их победим, надеюсь. Ну, тут ничего особенного нет. Они слабоваты. Уровень хороший, да, но не вкачанные. Ого! Шандарахнул-то как. Выжил. Вот надо. Потеряли тигра, но это не страшно. Ура! Победа! Так, стоять, мы еще тут не выполнили вот это задание. Голем, скелет, голем. Эпик. Ну попробуем. Да, крепкие ребята, ничего не скажешь. Осень мы уже потеряли. Ну, пока что мы побеждаем, как вы видите. Дракон-скелет, иди в могилу. Уи! Так, победили. Ну что, рискнем, ребята, на босса сходить? Ну давайте. Он бьет же больно, у него 77 атака, по-моему. Обязательно обезвредить клоуна. Ну, вообще-то легко будет. Клоуна уже нет рыбы. Они еще и мажут конкретно так. Выжил, но это ненадолго. Сожжем его. Ха-ха, вот и все. Круто. Отвесные скалы теперь под нашим контролем, ребятки. Ну, дальше двигаться нам будет все тяжелее и тяжелее.
46. Ну, здесь мы пройдем. Этот остров мы сможем, думаю, одолеть. Но не более. Так, я продолжаю выводить дракона маскарад, но что-то у меня не получается. Мед плюс лава. Ну, смотрите, как глючит игру сейчас конкретно. Да. Феликс тоже мне сбрасывал. У него, по-моему, какое-то яйцо 999 дней высиживается. Такие вот глюки происходят. Кстати, да, чтобы там они что-то не напортачили лишнего. Смотрите. Кнопки тоже не работают. Ну, понятно. А, ну хоть драконы прорисовались, ну да. Не работает пока что, ребят. Так что заколдуем как-нибудь завтра. Всем спасибо за просмотр, ребятки. До скорых встреч.